Регистрация подтверждена. Разберитесь с ней. Блин, ёлы-палы, сори. Соряныч. Ног. Сорян. Бегу. Сорян. Бля, я снова. Пойди. Там еще снайперы целят наши контрактники. С ангара. Вижу тактическую гранату. Да, я не вижу. А, лагает русский сервер, понял. Как обычно. Да. Сейчас ты слышишь меня? Я ж включил. Сейчас слышишь? Нокнул. Над ангаром. А, почему без мата? Потому что сын смотрит мои стримы, и мне, ну, не на мне. Сын, потому что смотрит мои стримы, и ну, мне как бы это неудобно, что я матом ругаюсь при нем. А есть смысл продолжать? Тут же всю катку должно лагать. Да, пофиг, что пойдем. Вон, закупимся. Они все лагают, я сейчас играю, они все лагают. Ну, он заходил, да. Чуть частенько. Не знаю, ну именно с рандомами. Всегда русские сироки падают, почему? Не, я вчера с европейцами играл. Он до этого как бы тоже посматривал, но как-то я не мог никак совладать. Союзная посылка с комплектом уже в пути. А сейчас я решил, что уже пора это. Ну, как бы хватит. Потому что Mail.ru. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Никому из вас это не нужно? Я туда. Как раз я его обошел. Ой, да, прям такая потеря пакетов жестко. Да, пакеты жестко лосят. Цельная ликвидация отмечена. Убейте ее. Блин. Ну, пойдем. О, а скинь мне бабки, я эту куплю себе салфач. Там купим. Подходите, кто с деньгами. В общем, я пришел к такому выводу, что пора. БО можно не покупать. Он бабку возьмешь. Ну да. Да, сервак дергает. Вообще жестко. Так, вообще жестко дергает сервак. Земля главному. Нужны беспилотники. ПВЛА входит в район операции. Угу.
подходе. Иду на базу на дозаправку. Бросай гранату! Что, денег нету? А, у нас есть. Шлите разведку! Наши глаза! ПБЛА входит в район операции. О! Сзади. Чё, ты куда от меня убежал, а? Ну-ка сюда иди. Извини, мне пора. Куда от меня убежал? Я убил. Угу. Жду тебя здесь. Имба Энерджи? Не, нет, это общая реклама. Это просто рефералка. Это общая реклама. Земля главному. Нужны беспилотники. ПБЛА входит в район операции. Вам еще возьмем мой комплект. Блин, 20%, 60% потери пакета. У меня 60% потеря. Офигеть. 5-12. Земля главному! Нужны беспилотники! ПБЛА входит в район операции. У меня просто просто минус игра. Просто минус игра. Активная защита готова. Чего я не слышу? Thank you.
кагон эту. В дым все. 53 еще. Есть типы. О! Место, конечно, выбрали, пипец. Я туда. Сука, блядь, я нормально, на, он меня ебашит. Над нами вражеский попала. Цели, у нас не так много времени. Овец, подходите, кто с деньгами. Да блин, давай. Если меня там никто не за жопу не возьмет. Хотя, блин, это на трейне. Опять я к магазину прилип. Есть лут на мне. Обнаружен ящик с припасами. Отмечаю координаты. Кстати, вертолет, по идее. Блин, ну, конечно, потеря пакетов удручает. Потеря пакетов удручает. Контракт изменился. Обнаружена новая цель. Бля, я не понял, на квадрате или где? Обнаружена новая цель. Немного понятно как.
Комплект надо взять, наверное. Да, забирай подгузник, пойдем возьмем. Ты силфач тогда бери с комплектом. Я бабку кину. Эти все-таки на квадрате, говноеды. Ничего их там не видно. Там. С квадрата сюда идут. В зону уже, да, мы не ждем. Можно на крышу. Они где-то уже под нами должны быть. Снижается газ. Тут броня. Невозможно на гору залезть. Зря, наверное, туда пошел. Ну что ждать? Непонятно, что у нас сзади. Пойдем. Можно было просто попец позырить. Ну пойдем. На близнецах в упоре. Ну там чугумба лежала. А, прям на тебе, чувак, прям на тебе. Прям перед тобой. В упоре стоит. Авиаудар противника в укрытие. Их там двое. Это город призрак. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Последняя крыша лупит, что ли? Да, походу. Да. Противник движется. Че? Я думал, ты чел чей-то. Да, 50 метров. Блять, еще откуда-то стреляет. Он убежал направо. Выбежал. Их двое. Одного. Не доел. Какого-то фига.
А, под нами 8 метров. Здесь враги. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. А. Теперь здесь там. Здесь враги. А, то ли он летит, то ли что. Вот эти вот два друга заколебали. Блин, они от меня как-то все скрываются. Там еще снизу ничего. Это я внизу убил слева. И одна плашка осталась. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Блять, под конец залагало дико. Ну сейчас бы, кстати. Через стену шьют. Гастами? Два. Они же были без гастов. Ну, один, по крайней мере, точно. Кто-то двери у нас в доме. Снизу, короче, у нас типа. Рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Там 4, блядь. Я не понимаю. Через стену хуярят меня. Пипец меня лагает. А что? Хорош, круто. Спасибо. Пипец, через такие лаги.